умеешь. Не думай как, не новый, все, ты уже умеешь. Все, у тебя уже на автомате стоит кулак, все. Все, вот я хочу, чтобы ты убил без создателя, не задумываясь. Ходишь, вот и пошла здесь, да. Но взрыв. Опять, видишь, подумала. Ты стала думать, что ты будешь. Оп. Да, да, да. Да, неважно как ты. Здесь, вот что первое, как захотела, так ударила. Пройди прям ногой, пройди здесь. О, все хорошо. Оп. Быстрее, быстрее соображай. Можешь добежать, еще что-то, все что угодно. Давай себе без прыгания. Без прыгания, оп. Вещи, вот там, можешь дернуть плечами. О, дернуть, там, дай-ка. А вот туда, длиннее. О! И на голову уперла. Та-та-там. Два прохода таких. Пошла. Два прям раз. Да, дорогой. До свидания. Пройди вот такой. Там. Пройди вот, до свидания. А что за пауза опять? Да, туда, так. Да, оп, сразу рви плечами. С проходом, немножко подбирай. Вот паузу перед вторым ударом. Та-тан, резче плечами. Во, еще раз. Пауза, ты останавливаешься. Да, нет, тормози, проходи. Куда больше шаг на боковом, еще раз. Не просто бей, просто иди, туда, шагай. Речь. Сильнее. Ну что, так. Быстрее. Устал. Стрихся. Пойдет. Пойдет. Нормально. Ну, тут уже пытались поработать, что не било удары максимально быстро, не задумываясь, потому что техника, там что-то, отработка, стойка, все это уже было. Постановка кулака, то есть бессознательно. Как можно быстрее увидев лапу, конечно, есть микропауза, то и лапу увидела в данном случае, с лапой работала. У тебя микропауза, осознание какое-то движение. И обработка данных, наносишь удар. Небольшая задержка, как бы, да. Но вот по факту все у нее получилось. То есть бессознательно, неважно, с какой руки, под какой шаг, одноименно, разноименно.
кулак летит максимально быстро. И плюс еще было задание, чтобы она пробивала максимально сильно. Что у нее очень неплохо, в принципе, уже стало получаться. То есть бессознательно, как и в бою, у вас нет времени подумать как. У вас есть время подумать, что сделать. Ну что и было и сейчас. Она видела лапу и понимала, какой удар, на случай сбоку, снизу, все. Не задумываясь как. Пыталась сразу сделать максимально быстро ударное действие. С подшагом, неважно, с уклона, без уклона там. Но при этом еще сильно. Пытались это наработать. Да.